Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Сегодня мы с вами будем убивать Орду из Хорслейк в игре Days Gone или Жизнь После. Найти ее можно в регионе Каскады, чем мы с вами сейчас, в принципе, наверное, и займемся. Находится она в трех точках, которые вы видите на карте, которую я вам показываю. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Где-то именно между этими точками вы можете ее найти. Или она будет кормиться, или они будут на водопое, или будут сидеть в пещере днем. Ну, или будут ходить туда-сюда, и я отправляюсь на ее поиски. Я, ребят, нашел их в процессе хождения или гуляния по лесу. Вот так вот прокатывался, и случайно смотрю, они поперлись куда-то. Орда небольшая, в принципе, проблем никаких у вас убить ее не составит. Одна из, наверное, первых орд, которые вы встретите в игре. И поэтому, короче, я выбрал для себя несколько оружий, которые взял с собой. SMP-9. РПДшку и вот эту М50 Rising. Я ее ни разу не использовал и решил попробовать именно на этой орде. Думаю, как она вообще работает, насколько она мощная. Состояние 4, армия. Ну, должно вроде нормально убивать. По показателям пушка неплохая, 15 патронов в обойме. Вот, думаю, надо, наверное, кинуть манок, привлечь их, ну и потом пострелять чутка. Посмотрим, как зайдет. Они сагриваются и начинаем стрелять. Смотрите, орда очень быстро убивает. В принципе, эта винтовка убивает с одного выстрела фрика. Выстрел и труп. Ну, неплохо, в принципе, хорошо. И я решил попробовать еще SMP-шку, которую вы мне многие говорили, что это имба и очень крутое оружие. И, ребята, честно говоря, я в этом убедился. Очень быстро орда умерла. И 15% форт мы уничтожили в игре. Ребят, если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. И кому интересно, подписываться на канал. С вами был Санек. До новых встреч по новым видео по уничтожениям следующих орд. Всем счастливо. Всем пока.